Олеся Рябова свой первый день отпуска проводит не на диване или в туристической поездке, а на стадионе. Для себя девушка решила однозначно – золотому знаку отличника комплекса ГТО на лацкане ее пиджака быть. Свое спортивное рвение она объясняет очень просто. Ну, во-первых, я являюсь тренером-преподавателем. Дюс Шикар, работаю тренером по чирлидингу. И в первую очередь я как тренер должна подавать пример младшему поколению. Своих воспитанниц она настраивает на то, что сдавать ГТО и быть отличником ныне не просто почетно, это норма, к которой нужно стремиться. По мнению Олеси, девушкам выполнять нормативы необходимо в первую очередь для поднятия самооценки, но и про подтянутую фигуру и крепкое здоровье тоже не стоит забывать. Для мальчишек мотивация может быть такой же. Я думаю, что здесь самооценка тоже хорошо может сыграть роль, то что... Значок ГТО – это все-таки значимый статус, его получить не совсем легко. До золотого значка Олесе Рябовой осталось совсем немного, еще пара испытаний и дело сделано. А главный совет, который девушка дает всем, кто сомневается, прост. Надо просто начать сдавать, это не страшно и не сложно, а поставленная цель при должном старании всегда достижима. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.